Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам хочу рассказать, как играть на победу в игре World of Tanks. Поскольку очень много людей, задержавшись в песке, не понимают, как играть на высоких уровнях, а не научившись на высоких левелах играть, они теряют очень большую часть картофельного геймплея, в котором бы они научились новым навыкам и благодаря этим навыкам играли бы намного лучше. Но поскольку после низких уровней, после песочных там, где они играли в геймплейчик кустик пиу-пиу, они уже не понимают, как играть по-другому. Поэтому на высоких уровнях не могут научиться и понять, и обучиться новым навыкам. Я вам сейчас подскажу, в принципе, в каком направлении вы должны двигаться для того, чтобы играть на победу. Чтобы, в принципе, осмыслить, в какую сторону двигаться. Я за одно видео вас, конечно, не научу нагибать и побеждать, но вы хотя бы поймете, о чем думать в бою. А изначально уже подтолкнуть человека думать в правильном направлении, это уже хорошо. Поскольку вы хотя бы начнете размышлять в нужном направлении и хотя бы начнете извлекать ошибки из боев и постепенно сами себя будете обучать. Потому что если вы будете каждый бой ошибаться и не понимать, что не так, то это не обучение, а просто трата времени. Итак, давайте начнем с того, что определим, где на каждой карте находится основное направление. Основное направление — это там, где куча танков бодается в ближнем бою. Вот в этом месте и куется победа. Кто в ближнем бою, в куче, в зарубе победил, тот и победил бой. Чем должны заниматься остальные танки и кто такие остальные танки? Остальные танки — это те, которые не способны биться в ближнем бою. Это какие-нибудь ПТшки по типу СТРВ, Борща и тому подобного кустодротного мусора. Эти танки должны просто находиться в безопасном месте, где они могут прикрывать союзников, которые либо светят на ЛТ, либо прикрывать основное направление, где союзники бодаются в ближнем бою, если есть такая возможность. Занимайте безопасное это место, просто визуально по карте определяйте, где можно стать, чтобы доставали круги на карте, и прикрывать союзников. Для этого нужно видеть, есть прострелы или нет. На каждой карте 1-2 места для ПТшек, где можно покемперить, если вы ватная ПТшка. Либо если вы ЛТшка, то вы должны где-то аккуратно подсвечивать, либо активно, либо пассивно. Обычно все раскатки ЛТшек тоже стандартные, поскольку на картах ехать особо больше некуда, кроме как в 1-2 места, где можно посветить, да и в принципе покемперить тоже 1-2 места на каждой карте. Все эти позиции стандартные и они должны быть понятны для каждого. Если эти позиции для вас непонятны и где основные направления тоже непонятны, я могу сделать большой длинный видос, где разжую каждую карту отдельно, куда кому ехать чаще всего нужно, кого где прикрывать, что где светить и где основное направление и как на них в основном люди бодаются и побеждают. Я могу сделать длиннючий здоровенный видосик, где буду разжевывать карты. Это скорее всего будет длинный, не очень веселый видос, но информативный. Если он вам нужен, пишите, я сделаю. Но это будет не прям быстро, поскольку это очень емкий видосик. Теперь разберемся, кто едет на основное направление. Жирные тяжи, ватные тяжи, быстрые тяжи, барабанные тяжи, СТшки, ватные, неватные. Все, кто могут бодаться в ближнем бою, все должны ехать на основное направление. Есть такие карты, как Париж. И на карте Париж я еду на основное направление бодаться под мост, даже на ЛТшках. Почему? Поскольку я не вижу смысла нахождения себя на любом танке на зелени Парижа. Поскольку это просто наилучшая зелень, которую я видел на всех картах картошки. Я на любом танке еду под мост и бодаюсь врагами в лоб. Разве что на какой-нибудь СТРВ или на Борще я туда не поеду, поскольку я туда не доползу. Все, что у меня ездит и башня крутится, я на любой кастрюле поеду под мост и буду лупиться в ближнем бою. Я не вижу смысла, как принести пользу своей команде и в принципе как победить, кроме как поехать и под мостом всем сломать лицо. Но это единственная карта, где я больше не вижу смысла никуда ехать. А тем более, если я на чем-то бронированном играю, я точно должен ехать под мост. Но на остальных картах есть иногда выбор, допустим, на ватной СТшке поехать тоже покемперить. Поскольку так пользы будет больше, на ватной СТшке тяжело играть в ближнем бою. Но
Есть карты, такие как Париж, где выбора нет и нужно ехать в ближний бой даже ватным танком. В этом бою я специально выбрал 50Б, для того, чтобы вы видели, что даже на ватном танке на основном направлении, где бодается куча тяжей, можно принести невероятное количество пользы и выиграть ближний бой. Если вы играете в ближнем бою на жирном тяже, вы должны принимать выстрелы от врагов и пытаться танковать. Также еще пытаться наносить сами урон. Но вы не должны получать сильно много. Вы не должны сливаться, вы должны делать это аккуратно. Показывать краешек борта, либо чего-нибудь еще. И давать возможность союзникам, которые играют на танках, которые могут только играть как танк поддержки, чтобы они могли исполнять свою роль. Когда враги КД, танк поддержки выезжает и наказывает всех врагов, которые КД. До того времени, пока они не зарядятся. Вы должны слышать, кто стрельнул. И понимать, сколько секунд он КД. Сколько он еще будет заряжать свой снаряд. И пока он заряжается, вы должны всех наказывать. Также вы еще должны понимать, что если вы выедете, сдалека вам что-нибудь прилетит. Вы должны по карте понимать, что есть сдалека прострел. По этому основному направлению от врагов, которые далеко кемперят, или нету. Это все тоже дело опыта. Вы должны поездить по всем основным направлениям и попадаться в ближнем бою. Тогда вы поймете, какой там рельеф, как там играть от башен, как разводить врага на выстрел и как их наказывать. Основное, чему вы должны научиться на высоких уровнях, как в ближнем бою всех убивать и разводить и наказывать. И при этом получать как можно меньше по себе плюшек. Жирные должны впитывать, ватные должны поддерживать жирных и раздавать всем пиздюлей, пока они КД. И вы должны все это уметь, понимать, тренироваться и на каждой карте ехать со всеми бодаться. И так вы будете приносить пользу. А остальной мусор, который не способен ехать в ближнем бою бодаться, он должен не сливаться, он должен аккуратно пытаться приносить пользу на других участках карты. Кто-то подсвечивает, кто-то аккуратно кемперит и старается не сдохнуть, пока люди на основном направлении куют победу. Вот так играется на победу в World of Tanks. И при этом нужно до основного направления еще доехать безопасно, а не жопой вперед по полю ехать. Я надеюсь, я вам дал направление, в котором нужно думать, и вы хотя бы начнете извлекать ошибки, где вы правильно сделали, где нет. Поскольку есть очень много карт, на которых с первой минуты понятно, что поражение. Поскольку танки, которые у меня в ближнем бою, могут поехать на основное направление и приносить пользу и победу, едут куда-то не на свое направление, а на направление, допустим, СТ-шек, и на своем жирном тяже просто туда не доезжает, умирает, поскольку СТ-шки успевают проехать, а жирное чучело не успевает. Поэтому нужно каждый бой думать, куда изначально нужно ехать и когда приехал, как наказывать врагов. С вами был Варчик, играть красиво, пока!